Всем привет, дорогие друзья! С вами Евген Бро, и сегодня в этой серии мы будем улучшать нашу жену. Да, нашу жену Рейвен. В прошлой серии я спрашивал, переименовать ее или нет. Этот вопрос еще остается открытым, то есть пишите имена, переименовать или нет. Ну а мы это уже все сделаем. В общем, давайте, сегодня серия будет очень интересная, потому что у нас еще больше приехало новых жителей в деревню. Например, вот этот, смотрите, чувак стоит с каким-то крипер-блоком на башке. Или, например, вот здесь вообще Катанский, смотрите, Катанский. Обалдеть же, Катанский. В общем, короче, ставьте лайк прямо сейчас за Катанского, и я покажу, что еще в деревне новенького произошло, а произошло очень много всего. Смотрите, какая няшка такая. А слушайте, может быть, жену назвать няшка? Слушайте, по-моему, классно. А, в честь первой актрисы, да. Ну что ж, дорогие друзья, кстати, кто не знает, первая актриса не может сниматься, Маша, потому что много учебы, а то иногда спрашивают. Так вот, короче, друзья, ставьте прямо сейчас лайк. Вот, потом, значит, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ну, а мы, короче, идем на изучение деревни. Ну и поиски моей жены, чтобы ее привести в порядок. У нас тут, смотрите, открылся салон красоты, вот. И, соответственно, сюда можно привести жену и сделать ее. Смотрите, кажется, это зомби, да, зомби, но это стражник. Да, он устроил маскарад и теперь вот ходит в виде зомби. Вы, наверное, тоже, да, друзья, испугались, типа, нифига себе зомби. Но это не так. Потом здесь у нас, смотрите, новый такой стражник. Обалдеть вообще. У нас вообще очень много жителей. Смотрите, есть какая-то Борислава, библиотекарь. Очень красивый наряд. Потом, значит, есть Еремей Рыболов. Смотрите, какой он вообще веселый стал. Да, все сходили, короче, в салон красоты и теперь стали красивые. Вот мастер Чиф, стражник. Одел более крутую броню. Так, тут у нас маленькая Хика ходит из прошлой серии. Блин, какая няшка. Смотрите, Бэтмен. Такой, оу, пацан, как дела? О, смотрите, в очках. Обалдеть вообще, обалдеть. У нас в деревне, ну, главное, Альтаир. Альтаир у нас неизменен, да. Альтаира нельзя менять, он наше все. Иди работай. Кто-то сказал, ты чё Альтаиру не даешь отдохнуть? А вот нечего, кстати, тут стоит такой у нас. Вау, смотрите. Какой, а, профессор, короче. Мясник. И у нас тут кто стоит? А, я думал, так, Санка. Ну, ладно. Такс. Ну что ж, у нас тут, короче, вот Зелина Рыболов. Блин, такая няшка вообще. Слушайте, давайте, знаете что, в этой серии сразу же выберем примерный прикид для нашей жены. Да, давайте реально прикид выберем. Приведем вот, она, вот это замужем за Каримом. Но мы можем нашу Рейвен превратить вот в какой-нибудь любой, так сказать, наряд, да. Тут что там, волосы покрасить, да, одежду одеть. Вот, смотрите, Георгин такая подошла. Ладно, вот это будет ходить пока за нами. Мы пока думаем, какой наряд. Так, далее, смотрите, тут какая тоже Джулия. И тут Анюта. Смотрите, какая киска на это, на животе тут, смотрите, да? Нифига себе, смотрите, обалдеть вообще. О, смотрите, нифига, ткачок такой. Оу, е, мазафака, нига, бич. Смотрите, у нас даже Халк. Халк в деревне. И тут какая-то очередь, что-то тут собрались, что-то какие-то. О, смотрите, кто это такой? Обалдеть, все пишут, что с тобой, что да со мной? В смысле, а что со мной не так? А со мной все нормально. Смотрите, да, какой, чисто какой-то, и кто такой, напишите, а, знаете, кто такой? Тут капец. Мейбл, Мейбл и Халк, а, это Рита зовут, так, ну ладно, так. О, наша Эльза, привет, ты что здесь скорбишь по Альтаиру, он живой, у нас, короче, он пшено копает. О, смотрите, Собакин. Потом, значит, смотрите, тут Анюта, библиотекарь. Потом, значит, Алекс Джи, он такой, джингл-бэл, Спайдермен. О, вот это очень красивое тоже. Давай, следуй за мной. Тиара. Да, многие, кстати, писали, чтобы я вообще взял тиару. О, вот это тоже, вот это, земляничка. Так, идем за мной. Вот у нас уже есть... О, смотрите, каменщик.
это не каменщик. Вы знаете, кто это такой? Напишите в комментариях, кто это? Стражник? Стражник Крик? Серьезно? Серьезно, Стражник Крик? Глеб, Стражник? Ты же наряд Крика одел. Ё-моё, такого Стражника ночью не захочешь увидеть. Смотрите, такой Василий. 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 О, смотрите, кто это такой? Напишите. Блин, этот мимо меня прошел, мне аж сыкать настал. Смотрите, он куда зашел. Тут как раз и преступление. Я думаю, вот этот виноват. Вы просто на него посмотрите. Кто это Джейсон? Кто? Напишите в комментариях, кто это такой? Обалдеть, тут и монашка пришла, и Спайдермен, и Джейсон. Та-ра-та-та-тан-та-тан. Так. А кто у нас такой? О, ночной эльф. Прямиком из Долорана вернулся. Смотрите, куда какой. Обалдевший вообще, крутой. Тут у нас, короче, какой-то военный тоже с мечом. Обалдеть. Да ё-моё. Так. О, смотрите, у нас Оксанка, священник. Смотрите, надела какую прекрасную шапочку. Оксанка. За работу. Ты же охотница. Начать. Все, пошла, короче, охотиться. Смотрите, да? Кстати, а сколько она в прошлый раз, короче, нафигачила? Нифига, сколько мяса. Да, это прям на... О, нифига, перьев и кожи, и шерсти. Это на целую деревню хватит вообще. Смотрите, на какую милую шапочку панды одела. Обалдеть. Мне очень нравится, друзья. Я надеюсь, вам тоже нравится, потому что, блин. Ого, тут этот пришел. Так, ладно, давайте, короче, вот курица у нас есть. Так, закидываем вот это все. Давай, закидываем. Так, это не жарится. Вот это закидываем. А это мы закидываем вот сюда. Уголь нужен. Ладно, сейчас будет. Так, пойдемте за мной. Может быть... О, это тиара, да, это тиара, так. Вот, кстати, моя жена. Жена, ты что здесь ходишь? Ты кого потеряла? Следуй за мной. Ты меня, что ли, потеряла? Так, о, смотрите, еще есть вот это. Так, давай, за... Я, по-моему, такую же видел с голубыми волосами, если мне не изменяет память. А мне память не изменяет. Я видел. Меня не обманешь, как говорится. Так, где уголь у меня? Мне надо сходить, короче, к моей этой шахтерше. Кстати, а интересно, а она поменяла? О, вот это тоже. Катанская, иди за мной, Катанская. Ой, Катанский. Блин, ты такой крутой Катанский. Надо ему взять такое задание дать, да, друзья? Надо взять на его на ферму. Ой, Индира никак не изменилась, но зато у нее есть уголь. Так, забираем уголь. Все, спасибо. А ты что, кстати, не работаешь? Работать. Что? А, подожди. А, она этой киркой не умеет копать? Нифига себе. Ну ладно, сейчас... А, ну вот у меня в руке есть кирка, на, короче, мою собственную кирку, на. И все, работай, а то что ты? Оба, все, пошла. Нифига той киркой не умеет копать, да, друзья, нифига себе. Так, ну ладно, короче, к чему мы все это ведем-то? А ты что, Альтаир, здесь ходишь? Все собрал, что ли, красавчик? И это дед Рик! Рик! Смотрели мультик? Как называется мультик, где участвует Рик? А, ну-ка напишите в комментариях. Смотрите. Рик. О, Хика тут стоит. Хик такая, Хика. Хика. Так, ну что ж, короче. Ням-ням-ням-ням-ням. Так, сейчас давайте подумаем, короче. Что нам надо? А, уголь. Ё-моё, я совсем забыл. Я такой, типа, чё надо? А, во, уголь надо. Все, пошло жариться. Мне, кстати, надо зажевать. А, будешь? А ты... Тоже мясо не ешь? На диете, что ли? Так, мне надо вот такую голубоволосую найти. Да что вы передо мной дверь закрываете? Я видел, тут есть голубоволосая такая... Блин, ты меня так пугаешь! Ты Крик тут ходишь? И, блин, собакин! Так, голубоволосая. О, смотрите, еще такая лира тут. Вау, официант такая, такая... Дратити. Смотрите, у нее клыки, она может вампир? Блин, меня вот это напрягает, Андрей. Красная попа и соловей. Ты что тут ходишь? Пугаешь меня. Так, короче. С голубыми волосами я по-любому видел. Тут, смотрите, какой-то Патрик стоит. Такой тоже собакин. Что-то много собакинов тут развелось. А ну-ка все отошли от меня. Так, смотрите, это какой-то гонщик. Вау, смотрите, какой такой. Здравствуйте. Так, ну я же видел, с голубыми волосами я видел. Вот, 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 вот.
Я же сказал, короче, теперь их надо всех расставить и будем выбирать. Нам нужны, короче, друзья, таблички. Таблички нам нужны. Обалдеть. Ты чё? Ой, блин, ты меня напугал. Так, таблички. Так, таблички у меня находятся тут. Так, берем, короче, вот таблички. Все, отлично. Так, девчонки, пойдемте за мной. Сейчас я вас, короче, расставлю, и мы будем думать. Ой, ты смотрите, сталкер такой. Обалдеть, сталкер настоящий. Ну, смотрите, девчонка на дракона смотрит. Привет, мой сипуська. Ай, ну тебя нафиг, ты что не любишь меня? Меня все должны любить. А ты не любишь меня. Так, ладно, идем сюда. Идемте, девчонки, идемте, идемте. Так, ну что ж, давайте вас расставлять. Так, в общем, ты у нас остаешься тут. Так, ты, короче, у нас остаешься тут. Так, девчонки, подвигаемся. Так, вот ты у нас, короче, будешь стоять тут. Так, ты будешь стоять тут. А ты, короче, будешь у нас... О, у вас еще... Вау, сколько у вас много. Так, ладно, вот здесь и здесь. А ты, короче, жена, иди сюда, вставай вот сюда и будешь, короче, рассуждать. И вы, зрители, тоже. Так, подождите. Подожди, жена, вставай сюда, вот. Все, остаться тут. Итак, расставляем, короче, таблички. Итак, значит, я буду называть, а вы в комментариях... Значит, это розовая... Тянка. Да, розовая тянка. Может быть, сделать розовой тянкой. Вот так вот, чуть пододвинься. Ты, вот это, короче, будет Виктория. Виктория, да, Виктория. Вот это будет, ну, я не знаю, как, пусть будет Тиара, да. Тиара. Потом, значит, вот это у нас голубоволосая. Голубоволосая. А вот это у нас просто Виолетта. Да, Виолетта. Виолетта. А это у нас Зелина. Да, прям так и назовем, чтобы не путаться. Зелина. Окей. Короче, друзья, я не знаю, как лучше вообще делать, кому какой скин нравится. Но, в общем, смотрите, у нас есть 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 кандидаток, 6 на лучшие наряды. Вот, вообще, как бы, напишите в комментариях, за какой вы наряд. То есть, за розовую тянку, за Викторию, за Тиару, за голубоволосую, Виолетту, либо Зелину, да. Также еще будет голосование в ВК. Да, голосование в ВК. И вы, друзья, если перейти по ссылке, можете проголосовать. То есть вы можете написать в комментариях, а можете перейти ко мне в ВК, заодно подписаться, ну и проголосовать, да. В общем, как-то так, друзья, да. В общем, думайте, какой наряд для нашей жены сделать. То есть мы можем любой подобрать, и наша жена будет вообще красотка. Как бы салон красоты есть. Так, давайте. Вон там салон красоты, вы видели, я вам показывал. Давайте еще раз. Смотрите, Зелина, это вот такая вот. Давайте ее рассмотрим. Вот Зелина, у нее даже чокер есть на шее. Вообще красивая на самом деле. Да, такая голубоглазая и голубенькая такая кофта. Потом есть Виолетта. Вот такая кошка с розовыми глазами. Блин, вообще обалденно. Потом, значит, есть вот такая. Ну, это просто я вам показываю одежду. Вот, вы не подумайте, ничего плохого. Это я просто спрашиваю вашего мнения, как нарядить жену. Потом есть, короче, Тиара. Блин, тоже красивая. Я не знаю, она тоже очень красивая. Потом есть вот такая яркая земляничка. И есть вот такая, значит, Неолина. Да. Мы ей купим, короче, линзы. И все. И она, короче, сможет такая же быть. А вообще у нее, как бы, видите, голубые глаза. И, в принципе, как минимум ей подойдет вот такой наряд. И вот такой, да. И вообще будет няшка из няшек. У них даже волосы примерно похожи, да, смотрите. Вот и вот. В общем, друзья, это очень сложно. В общем, пишите в комментариях, переходите в ВК, там голосуйте. И мы с вами выберем наряд для жены, чтобы она вообще была красавая, красивая, красивая и красавая, да. И красавая. Ну, в общем, дорогие друзья, подписывайтесь на канал. Я надеюсь, вам было интересно, ведь вы участвуете в судьбе сериала, да. И, кстати, на втором канале выходит видео со школьником, с уткой, с гномом.
переходите туда и тоже смотрите, ведь для вас я специально снимаю сразу на двух каналах, поэтому подписывайтесь. Да, есть два канала Евген Бро. В общем, подписывайтесь туда и туда, чтобы не пропустить новые видео. Ну а с вами был Евген Бро, всем пока-пока!